Состояние российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, находящейся в больнице в Коммунарке, ухудшилось. Как сообщает «Комсомольская правда», у звезды наблюдаются проблемы с дыханием и повреждены почки. Оба легких поражены на 7%, и с каждым днем этот показатель растет. Гузеева постоянно находится в кислородной маске. В окружении артистки допускают, что она подорвала здоровье из-за жесткой диеты, которой она придерживалась ради роли в полнометражном кино. В эфире телеканала НТВ известный стилист Сергей Зверев отметил, что телевизионная деятельность буквально выжила все соки. Напомним, 27 сентября стало известно, что Ларису Гузееву госпитализировали в больницу номер 40 в Коммунарке. Сообщалось, что у нее подозревают COVID-19 и начальное повреждение почек. За несколько дней до попадания в больницу она почувствовала себя плохо и сделала тест на коронавирус, давший положительный результат. Однако позже информацию об этом опровергли. Позже дочь актрисы Ольга Бухарова заявила, что у артистки все в порядке.